Зрелищные схватки и укрепление религиозной грамотности. На минувших выходных прошел ежегодный турнир среди священнослужителей и посетителей мечети. Порядка 100 имамов боролись в двух весовых категориях до 75 килограммов и выше. Главная цель – развитие национального спорта, пропаганда здорового образа жизни и формирование толерантного религиозного сознания, говорят организаторы. Делим на две категории. Это среди джамаата мечети, то есть в городе Алматы у нас есть 54 мечети. Всех прихожан мечети мы пригласили на данный турнир. И среди священнослужителей, а именно среди работников мечети города Алматы. За первое место мы вручаем 250 тысяч тенге, второе место 150 и третье место, соответственно, 100 тысяч тенге. Также будут вручаться чемпионские пояса. На турнире присутствовали и теологи, которые разъясняли о традиционных ценностях казахского народа и государственной политике в сфере религии. Стоит отметить, что за звание лучшего борца боролись имамы в возрасте от 18 до 40 лет. Когда люди участвуют в подобных соревнованиях, они знакомятся друг с другом, между перерывами делятся опытом. Сейчас очень много в стране пострадавших от радикальных религиозных течений. Всем представителям религии нужно рассказать, как не поддаться влиянию. Стоит отметить, что здесь борются только любители казахша-курес, но никак не профессионалы или мастера спорта.